подготовили смешные видео в лайк, которые сегодня будем повторять. 4 видео Аня будет повторять, 4 видео я. Будем по очереди, короче, повторять. Сначала не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Сейчас начинаем. У нас тут штативчик. Вот мы приготовили штатив. Итак, первое видео будет вот такое от Викитории. Нюхни, нюхни. У тебя денежки есть? Что, нету? Тогда вынюхни, вынюхни, я тебе говорю. Я буду говорить, нюхни, нюхни. Аня будет говорить, денег нет, короче. Но мы возьмем не пиццу, потому что у нас ее нет, мы возьмем духи. Так вот. Сейчас, Аня, ты уйди. Духи. Вот духи, они ужасно пахнут. Были раньше Машины, а потом стали. Подожди, Аня, тихо. Нюхни, нюхни. Нет, нет, ты не трогаешь. Все, теперь ты уходи, я говорю, у тебя денежки есть? Денежки есть? Я там засмеялась. Да ничего, сейчас посмотрим. Нюхни, нюхни, у тебя денежки есть? Что? Нету? Тогда вынюхни! Вынюхни, я тебе говорю! Следующее видео будет с нашей любимой мамой отличника. Как же без нее? Ой. Давайте смотреть ее видео. Губы намазаны сгущенкой, Аленка. Твои глаза два василька. Это про меня, девочки, песня. Ха-ха-ха! Я буду мамой отличника. Я сейчас бегу за ложкой. Губы намазаны сгущенкой. Так облицать. А потом твои глаза два василька. Вот так просто танцевать. А потом... Это про меня песня, девочки. Я потом приближу, там будет... Это про меня, девочки, девочки. Ой, это про меня песенка, девочки. Губы намазаны сгущенкой. Оближи ложку. Аленка. Твои глаза два василька. Сейчас давай. Раз, два, три. Мы закончили снимать, давайте посмотрим, что же у нас получилось. Губы намазаны сгущенкой, Аленка. Твои глаза два василька. Это про меня, девочки, песня. Итак, сейчас буду я, и я буду снимать вот это вот. Сдала все экзамены на отлично, прошла практику, усердно училась несколько лет. Теперь пришло время устроиться на престижную работу. Давай. Кукуруза горячая, пахлава медовая, пиво холодные, креветки. Сдала все экзамены на отлично. Теперь пришло время устроиться на престижную работу. Давай. Давайте смотреть, что получилось. Сдала все экзамены на отлично. Прошла практику, усердно училась несколько лет. Теперь пришло время устроиться на престижную работу. Давай. Кукуруза горячая, пахлава медовая, пиво холодные, креветки. Очень смешно получилось. Давайте сейчас переходить к следующему видео. Мы подобрали для Ани еще один клип. Это продолжение пип-позы, короче, вторая часть. Только, ну, это, короче, она повторила за этой девочкой пип-позу. Мы тут приготовили несквик, чай, паста, подсолнечное масло. Давай смотреть это видео и будем повторять. У нас конкурс. Кто хочет вот такое подсолнечное масло, то вы должны поставить лайк. Кто хочет вот такой чай, ты должен подписаться. Кто хочет вот такие сайки с молоком, вы должны пип-позу сделать. А кто хочет вот такую пасту, вот она у меня падает. Вот такая зубная паста. И никто не хочет зубную пасту, никто не хочет. И ты просто там помялась. И ничего не будет, пони. Кто хочет вот такой чай,
дуже. Подписано. Подписано. Не паста. И никто не хочет. Но у меня падает. Урони. Вот это у меня падает. Вот такая. Зубная паста. И никто не хочет. Зубную пасту никто не хочет. Я просто напомнялась. Итак, теперь я буду снимать вот такой вот фрагментик. Давайте посмотрим. Чем это так противно пахнет? А, ужас, это же я! Ты, Аня, будешь там сзади вот так вот делать. А, ладно. Сейчас только нужно развернуть. Я здесь буду сидеть, а ты вот... А я буду вот так. Да. Чем это так противно пахнет? Ай, ужас, это же я! Переснимаю, короче. Ай, ужас, это же я! Мы сняли сейчас. Давайте смотреть результат. Чем это так противно пахнет? Ай, ужас, это же я! В следующем видео снимается Аня, она будет повторять за... смешной мамочкой Вальки. Людмила Братчун. Вот давай смотреть. Нам показалось, что она очень смешно танцует под этот тренд, поэтому мы будем его снимать. Сейчас только Ане нужно надеть очки. Одеваем как муха. Короче, надо кривлять, и я когда тебе скажу, ты вот так вот показываешь. То есть она там медленно делает, она не вот так, она делает прям вот. И потом она убрала эту руку, и вот потом вот так вот. Вот так вот. Снимки. Одной рукой. Одной рукой она делает. Аня ест хлопья. Сейчас мы будем снимать следующее видео. Вот. Давай смотреть его. Алёша, спокойно. Главное не волноваться и выделять адреналин. Аня, короче, будет Алёша, а я буду, ну, тётенька обычная. Сейчас, ну-ка, уйди-ка, Аня, там сначала. А кто это Алёша? Собака вообще. Все, смотри, чеши, чеши. Алёша. Спокойно. Поехали. Давайте посмотрим, что получилось. Алёша, спокойно. Главное не волноваться, не выделять адреналин. И сейчас последнее видео, я буду его снимать. Давайте посмотрим. Эй, закончилось.
А вы не забудьте поставить лайк, подписаться на наш канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одно наше видео. А еще подпишитесь на наш лайк. Инстаграм и Ютуб. Да, пока-пока.